Здравствуйте, меня зовут Алистратова Ксения, я актриса театра и кино, закончила ГИТИС, мастерская Борисова Михаила Борисовича. Я сыграла в двух полнометражных фильмах «Песня Линкшуи» и «Лайка». Это японский и китайский фильм. Для фильма в Китае я изучила китайский язык. Также я профессиональная вокалистка. Я играю в продюсерском центре «Триумф» в музыкальных представлениях. Я работаю диктором новостей. Также я увлекаюсь спортом, очень люблю горные лыжи. Играю на пианино, на гитаре. Я очень хочу сыграть в каком-нибудь историческом проекте и в военном фильме. Во мне очень много граней. Я могу быть нежной, могу быть хрупкой, но могу быть и очень сильной и властной. Я жду ваших предложений. Спасибо.